С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 29 апреля. Международный день танца. Отмечается он с 1982 года, в день рождения Жана Жоржа Новера. Он поставил больше 80 спектаклей. В своем знаменитом труде «Письма о танце и балетах» обосновал принципы балета пьесы, который воплощен средствами пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника. Теория, подкрепленная практикой, приносит ему славу отца современного балета. У родившихся на свет в 1686 год в этот мир приходит Василий Татищев. Математик, историк, горный инженер, географ, политик, юрист. Автор первого научного труда по отечественной истории. Истории российской самых древнейших времен. Автор первого энциклопедического словаря. И именно он установил границу между Европой и Азией. До этого ее хотели провести по Каме или по Аби. Но Татищев верно угадал место, где надо ставить граничный столб. И этот столб до сих пор стоит под Первоуральском. А еще Татищев вошел в историю как основатель Екатеринбурга. 1818 год. Рождается Александр II, будущий освободитель, российский император. По случаю коронации дает амнистию декабристам, участникам польского восстания и петрашевцам. В 1857 году принимает решение о ликвидации военных поселений. В его царствовании были осуществлены многие реформы, среди которых, наверное, главное – крестьянское в 1861. К 19 годам он знает 5 языков – математику, физику, географию, историю, статистику и правоведение. Не забывает и военные науки. 1899 год. День рождения Дюка Эллингтона, американского джазового пианиста, композитора и дирижера. Он был создателем самого необыкновенного и большого джазового оркестра в Америке на то время. 1955 год. День рождения актрисы Ларисы Удовиченко, а в 1958 году рождается актриса Мишель Пфайффер. В кино она снимается с конца 70-х, но известность приобретает в середине 80-х после съемок в фильмах «Леди Ястреб» и «Иствикские ведьмы». В 1970 году рождается еще одна актриса – Ума Турман, американская. В 1970 же рождается Андре Агасси, американский теннисист, олимпийский чемпион, в свое время первая ракетка мира. Подготовка Андре начинается в буквальном смысле с пеленок. В трехлетнем возрасте ему приходится тренироваться по 4 часа и наносить почти 1000 ударов по мячу. Постепенно поднимая нагрузки, отец добился того, что через пару лет сынишка делал уже 4000 ударов за двухчасовую утреннюю тренировку. Ну а если вы когда-нибудь держали настоящую ракетку в своих руках, то вы понимаете, насколько это тяжело. В 2006 году Агасси завершил свою блестящую карьеру. События дня. 1429 год. Столетняя война между Англией и Францией. Семитысячное войско французов во главе с графом Дюнуа и Жанной д'Арк входит в осажденный англичанами Орлеан. Их встречают ликующие воины гарнизона и горожане, которые буквально измучены шестимесячной осадой. Это была первая военная операция Жанны и первая важная победа французов в так называемой Столетней войне. 1913 год. Рожденный в Швеции американский изобретатель патентует молнию в ее уже современной форме. Более ранние версии не имели успеха. Сегодня эта вещь настолько нам привычная, что трудно представить, что в обиход она вошла незадолго до войны. Что-то похожее создавалось еще в 19 веке, но застежку молнию в современном варианте создает тот самый инженер-электрик Гидеон Сундбек. Канадцы и американцы до сих пор спорят, какой же стране принадлежит честь изобретения, поскольку никак не могут разобраться, в какую первую из этих стран он въехал. 1923 год. Основан Центральный спортивный клуб армии. Входил в так называемое физкультурно-спортивное объединение вооруженных сил и подчинялся спорткомитету Министерства обороны СССР. В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым. 27 апреля 1973 в честь 50-летия со дня основания клуб наградили орденом Ленина. В 1927 году в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создается первый прибор, фотографирующий разного рода звуки – речь человека, биение сердца. А в 1936 на Московском автомобильном заводе собирают первые автомобили ЗИС-101. Два первых автомобиля класса люкс предназначались для высшего руководства страны. Советскую версию американского Бьюика, положившую начало отечественным лимузинам, снабжают 8-цилиндровым 120-сильным двигателем,
Модель производится до 1941 года. Всего выпускают около 9000 машин. В открытую продажу они не поступали, но некоторое число передают таксопаркам. Таким образом, любой советский человек мог прокатиться, что называется, с шиком. 1939 год. Заканчивается выдающийся беспосадочный перелет Москва-США. Он совершен героем Советского Союза Кокинаки и штурманом Гордиенко. 1968. На экраны выходит фильм Татьяны Лёзновой «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях. За один год фильм смотрит 26 миллионов человек. В фильме героиня Дорониной поет песню Александры Пахмутовой «Нежность», очень популярную в те годы. В финале фильма песня, ставшая его главной музыкальной темой, звучит по радио в исполнении Майи Кристалинской и становится главным хитом этой певицы. Ну и еще одно событие. 1931 год. В СССР проводится первая опытная телепередача. Да-да, так давно. Из студии Всесоюзного радиотехнического института в Москве в эфир выходит первая опытная телевизионная передача. Передача, потому что сигнал передают. Она была в эфире не более минуты, но произвела настоящую революцию. Регулярное же телевещание начинается в декабре 1934 года. В то время смотреть телепередачи могли в Москве, Нижнем Новгороде, Томске и Ленинграде. Однако каждые несколько месяцев к телеаудитории присоединялись все новые города. Но впереди еще была эволюция телевизора. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».